Тем, кому билетов не хватит, мы каждый день организовываем ланчбоксы. Это то, что люди могут забрать с собой. То есть люди приходят, и у кого не будет билетов, мы организуем еще с собой доставку, ну, того, что будет на ифтаре. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».